Я стихи сочиняю. Я, между прочим, тоже стихи пишу. Я тоже пыталась когда-то писать стихи, но... Поэзия — это не мое. Мои дорогие, всем привет. Новый ролик с прекрасными реакциями специально для вас. Подбирал лучшее, чтобы вам было весело и интересно смотреть. Ну и стихи, куда же без стихов. А еще, если вы вдруг не знаете, что у меня выходят подкасты, то у меня выходят подкасты со звездами. Смотрели или нет? Напишите в комментариях. Дамы, они не с вами или мы вчера разговаривали? Нет, не с нами. А курочку вчера не вы разве ели? Нет. А тогда давайте знакомиться. Меня звать Геннадий, как вас? Геннадий. А... Меня Агафья. Агафья. О, это рецепты бабушки Агафьи, да? А это Виталик. Виталия, здравствуйте. А чем занимаетесь, девчат? Ничем. А можно попросить от вас обратную связь небольшую? Какую? Я, короче, сегодня накатал стихотворение. А можете послушать и сказать, ну, типа, понравилось вам, не понравилось, ну, такое. Давайте. Оно, знаете, про чё? Про женские ножки. Да? Такое. В доме моем уже год или два не было женских ножек. Чтобы они лишь едва-едва выскочив из босоножек, парою стройных и длинных осин на пустыре квартиры стали единственной силой из сил в этом потерянном мире. Чтобы они, обогнув порог до берегов кровати, мчались туда, где б ночами мог гладить, любить, укрывать. Чтобы монархом я, провозгласив в этот же день в прихожей, мог на руках по квартире носить эти творения Божьи. Чтобы я думать не мог и не смел, страх убивает беливми, что эти ноги исчезнут, как мел в первом же пройденном ливне. Ну а теперь, через год или два, эти пороги минуя, стоя в прихожей, чеканя слова, я ноги твои короную. Молодец, браво, Россия. Спасибо большое. Вы прям как та старушка из сказки. Ой, как хорошо. А подруга ваша вообще безэмоционально отреагировала на стихи? Подруга? Вам не нравятся стихи, да, подруга? Почему подруга? Вы так думаете? Ну, потому что вы суровая, а там в стихах было «Подруга дней моих суровых». И я думал, что... Нет, там дряхлая. Там дряхлая была. Голубка дряхлая моя. Это моя сестра, не подруга. А, сестра. Ну, она же мне подруга, получается, вам сестра. А почему вы не отреагировали? Ну, я могу свои эмоции скрывать. А вот видите, эмоции скрывать можете, а прыщ на носу нет. Хорошего вечера вам, девчат. Здрасте. Здравствуйте. Как дела? Все прекрасно, я вас не видела. Че видели? Как вы стихи читаете? Я, между прочим, тоже стихи пишу. Так, а ну-ка, читайте. Я любуюсь твоими глазами, они ярко-карего цвета. Они ярче любого алмаза, отражение дневного света. Я тону в них, как в океане, забывая о боли и страхах. Я любуюсь твоими глазами, это то, что мне сейчас надо. Они красивее любого заката, в них нет ни боли, ни лжи. Ведь там есть отражение твоей кристально чистой души. Они чисты, как вода в океане, как воздух в степной глуши. Я прекраснее их не встречала в этом мире, где нет души. Согревает мне душу твой взгляд, где эмоции ведут хоровод. Я любуюсь твоими глазами, замирает дыхание вот-вот. Они ярче любого алмаза, сияние пробирают насквозь. Они сияют после заката, отражение степных грез.
А вы прям готовились, да? Я смотрю, стих под рукой был сразу. Конечно. Хороший подход, правильный, правильный. Так держать. Вы большая молодец. Чатик доволен. Продолжайте в том же духе. Как у вас дела? Хорошо. Отмечаем 1 000 000 подписчиков. Я очень за вас рада, поздравляю. Желаю, чтобы у вас было их еще больше. Спасибо большое. Хорошего вам вечера. Вам тоже. Пока. До свидания. Видали, как подготовилась? А сразу сходу стих на! Все выпуски выходят раньше в сообществе ВК и на ВК-видео. Здрасте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а можно женский соцопрос провести? Ну, проведите. Я сегодня провожу соцопрос среди красивых девочек. Угу. Скажите тогда, пожалуйста, вы любите стихи? Не совсем. А почему? Ну, поэзия – это не мое. А вам не нравится что, текст или как читают, или почему? Ну, просто у меня к этому душа не лежит, данный вид творчества меня никак не привлекает. А можно я с вами на 10 рублей поспорю? На 10 рублей? Ну, давайте на 12 тогда, хорошо. Давайте. Я вам прочитаю стихотворение такое, что вы прям поэзию полюбите. Ну, давайте. Называется «Про спицы». Знаете, что такое спицы? Ну, спицы, там, палки какие-то. Палки, которыми вяжут, правильно. Да. А, ну, я думаю, может, спицы, которые в колесах. Не, спицы, вот которые палки вяжут. Угу. Вот такое. Мои неуклюжие спицы вяжут трехстопным ямбом. Мне по ночам не спится. Будь моя воля, я бы каждый связал носочки, свитеры и шарфы в кучу, чтобы вы грелись ночью, пока я себя торсочу. Мои неуклюжие спицы вяжут порой хореем. Меняются люди и лица в холлах моей галереи. А экспонаты вечны. За вход не беру оплату. Шарфы мои и лечат, и говорят правду. Мои неуклюжие спицы, бывает, идут в анапест. Выходит на всю страницу. Узел широк, а ляпист. Многим размер не впору, многим не то по цвету. Я таким темпом скоро спицы пущу по свету. Нити долей височных крепче сезон к сезону. Больше рисунков точных, больше резных узоров. Мои неуклюжие спицы вяжут вам даже летом. А мне бы хоть раз влюбиться, так, чтоб не без ответа. Говорите номер. Куда там 12 рублей скидывать? Очень шикарно, очень прям. Я рад, что вам понравилось. Душу запало. Рад, что видите, что оказывается поэзия бывает и достаточно привлекательной. Ну да, но тут еще зависит от того, как прочитаешь. Ну ведь когда автор сам читает, это гораздо лучше. Конечно. Вау, вообще, очень изумительно. А вы в каком городе живете? Екатеринбург. О, ну это в Екатеринбург, только в следующем году с концертом приеду. С концертом? А, я же не сказал, я же езжу по городам с концертом, стихи читаю. Вау, очень круто. Так что жду вас на следующем концерте. Я буду обязательно следить за всеми новостями. Да, договорились. Все. Тогда хорошо. И вам. Всего хорошего вам. Спасибо большое. И вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Интересно, как она следить будет. Если она даже не знает, за кем следить. Ну ладно. Добрый день. Добрый день. А может вам 3 вопроса задать? Да. Вы еще в школе учитесь или нет? Нет, колледж. Колледж, хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вы когда в школе учились, вам говорили учителя наизусть стихи учить? Ну да, да. А какие? Ну, я не знаю, я вроде Лермонтова помню.
Белеет парус одинокий? Нет, выхожу один не на дорогу. Вот этот. А? Выхожу один не на дорогу. Вот эту помню? Я не помню, у меня очень плохая память. Не знаю. А можете рассказать, пожалуйста? А вы? А потом я что-нибудь расскажу, да. Ну, не знаю. У меня память очень плохая, я не помню стихи. Вроде ухожу один на дорогу, сквозь туман путь блестит, ночь тиха, я в небе кругу. Дальше не знаю. Блин, и звезда... плохо запоминаете, да, стихи? Давно школа давно была. Школа, это, блин, я тоже почти... давно в школе был, но я какие-то там со школы помню. Мы, например, там Евтушенко учили. Знаете Евтушенко? Нет. Его еще на его стихи пел песню Муслим Магомаев. Не знаете? Муслима знаю. Вот, там такое было. А снег повалится, повалится. И я прочту в его канве... что моя молодость повадится опять заглядывать ко мне. Ого. И поведет куда-то за руку под чьи-то тени и шаги и вовлечет в старинный заговор людей, деревьев и пурги. И мне покажется по сретенкам и маховым, что молод не был я пока еще, а только буду молодым. И ночь завесится, и как в воронку втянет в грех. И моя молодость завесится со мною снегом ото всех. Но сразу ставшая накрашенной при беспристрастном свете дня... Мне раньше сказки с таким голосом включали. Да? Да! У вас очень красивый голос. Спасибо большое. У вас даже лицо поменялось, когда голос поменяли. Да? Блин, странно. Ну, чуть-чуть. А вы имеете в виду, что оно вот таким стало? Да. А вы как, вы, типа, вот снимаете эти видео, потом куда-то выкладываете или что? Да, или... у меня в социальных сетях, да. А вы нас напишите сняли? В интернете Дмитрий Кравченко и сразу найдете. О, хорошо. Давай быстро доставай. Быстро ищи, быстро. О, господи. А вы кто по профессии? Я писатель. Писатель. А можете что-нибудь из своего прочесть? Конечно. Вам из какой книги? Из вот этой или из вот этой? Какая больше нравится? Давайте, знаете, какую? Хорошо. Вот это. Как объяснить нам чувство это, что в недрах сердца у людей? И на бумаге у поэта давно нет записи о ней, дающей вечный лучик света среди... погаснувших огней. Она в стихах уже воспета, где хваткой славится своей. Ее Ромео и Джульетта превознесли ценой потери и в кульминации сюжета остались верными лишь ей. Она дарует нам свободу, она беспечных чувств поток. Собой заменит даже воду, создав энергии исток. И даже в мрачную погоду сулит нам радости глоток. Ее открыла нам природа, пустив по телу слабый ток. Ее в любое время года ребенок с крыльями знаток. Ведь у него такая мода — стрелою подводить итог. Но людям всем необходимо познать бессонный цикл ночей, нарисовать ее картину под тусклым светом трех свечей и, растопив большую льдину посредством чувственных речей, связать два сердца воедино в холодном море тех страстей, в которых разум может сгинуть. И дам... Валета всех мастей, попавших в топкую пучину, спасти лишь может мысль о ней. Шагнув от ненависти вправо, мы настигаем вновь и вновь ее. Она порой отрава, что попадает в нашу кровь. Она своим жестоким нравом нам всем известна как... Любовь. Аплодисменты. Я тоже пыталась когда-то писать стихи, но... такое. Мне не очень получается все-таки. Пробуйте еще. Хорошо, спасибо. Хорошего вам вечера. Спасибо вам тоже. Пока. До свидания. Ну и, конечно же, продолжаю говорить про концерты. Вот расписание. Это же расписание есть в описании и на сайте, и много где еще
В общем, приходите послушать стихи, с удовольствием приеду в ваш город.